Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 10 на странице 98 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. На елку повесили 14 красных шаров, а желтых на 9 меньше. Сколько всего красных и желтых шаров повесили на елку? Давайте сначала узнаем, сколько на елку повесили желтых шаров. Их повесили на 9 меньше. Чтобы узнать, сколько это, нужно из 14 вычесть 9. Это получится 5. 5 шаров желтых повесили на елку. 14 красных шаров и 5 желтых. Чтобы узнать, сколько всего, к 14 прибавим 5. Это получится 19 шаров повесили на елку. Записываем ответ. Девятнадцать шаров повесили на елку. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.